коренным малочисленным народам Севера нужна собственная общественная организация. Об этом сказали на итоговом совещании второй международной научной конференции «Фольклор палеоазиатских народов». Участники отметили, что у всех малочисленных народов есть одна большая проблема, для решения которой необходимо всем объединиться и создать общественную организацию, которая могла бы консолидировать и исследователей, и практиков. У нас очень мало малоизученных, скажем, тем, проблем, которые на сегодняшний день остаются, и народы, которые практически остаются малоизученными. Вот. У нас очень много носителей уходят, и поэтому для того, чтобы создать какие-то экспедиции, и не только там с практической целью и так далее, нам нужна, необходима, конечно, для участия в общественных, для участия в грантах и различных конкурсах, да, общественной организации. Вот такая вот идея, которая была сегодня уже озвучена в рамках вот нашей конференции.